Привет, друг, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если они будут в тему. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160 5878. В качестве видеоряда смотри мои фотографии. Слайд-шоу из моих фотографий «Харьков в фотографиях». В парке Шевченко, осень 2017 года. Digital Max Cinema present my photoset. Итак, Corporation Books Max present аудиобук «Беседы современной молодежи», рассказ номер 21. Сайты заказывают и сколько за них платят. 12-15 декабря 2013 года. Привет! Можешь уделить время? Вот что выскочило, когда я сегодня пытался запустить EDAP Dreamweaver CS6. Отправил фото. Еще одно фото. И повторно то же самое опять? Сейчас попробую. Да, точно такое же снова. Блин, что делать? Тогда смотри, скачай непортативную версию. Вот тебе ссылочка на сайт softportal.com. Я уже начал искать. Там предлагают перед скачиванием запустить эту прогу. Ссылочка на YouTube. Ищи без запускания всяких левых прог. Понял. Скачал, сейчас переговоры закончу, по дискам и поставлю. Вроде установил. Блин, серийники требуют. Саня, а по скайпу можешь прислать русскоязычную версию? У меня английская, ни хрена не понятно. Еще и переговоры сорвались по дискам, хоть валерьянку пей, нервы расшатались вообще. 13 число. В общем, как у тебя ситуация? Бывает такое, что все хотят на халяву, книги, диски, пластинки. Как сидел без денег, так и сижу пока, блин. Ясно. Жаль, что стер сообщение. Какую версию мне ставить? Я поставил ADBEDRWCS3WWE. Я не могу найти на русском, поставил на английском. Что делать? Какую хочешь, любую ставь. Ясно. Недавно случайно к белке в подписчике записался, а потом стер, глюк какой-то в компьютере был. Бывает, ладно, Макс. Я занят позже. Примечание. Потом я уже понял, что Саня предатель. И с белкой общался, может даже переспал. Пфу. Давай. 15 число. Саня, у меня вопрос к тебе. Одностраничные сайты заказывают и сколько за них платят? От 300 за самый простой, а если сложный, то от 1500 можно снимать. Это с условием, что делают уже дизайн сайта сами они. Дают уже готовый, так сказать, PSD. Гривен? Ага, гривен, конечно. Если без дизайна, то самый простой от 800 и до 2000. А первый бум сколько страничным считается? 10 с 50 нулями страничным. Или с ландо. То же самое. А, получается 10 с 50 нулями, правильно? Ага, может даже больше. Ясно. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 21. Назывался он «Одностраничные сайты заказывают и сколько за них платят». В качестве видеоряда ты смотрел мое фотослайд-шоу «Харьков в фотографиях» в парке Тараса Григорьевича Шевченко,
осень 2017 года. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. Пока-пока!